На протяжении многих лет факультет физической культуры Карачаево-Черкесского госуниверситета имени Умара Алиева воспитывает большое количество спортсменов, чьи имена известны не только в нашей республике, но и по всей стране. Основанный в 1967 году, факультет продолжает свою активную работу в подготовке профессионалов в области спорта. Аслан Гирюгов продолжит тему. За период работы на факультете подготовлено более 2000 специалистов. Студентов обучают в нескольких направлениях – педагогическое образование, физическая культура и безопасность жизнедеятельности, туризм, тренировки в избранном виде спорта. Здесь также обучаются студенты из Абхазии, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана и Туркменистана. Помимо этого, на базе факультета физической культуры регулярно проводятся всероссийские научно-практические конференции с международным участием по актуальным проблемам развития спорта и туризма. Мы готовим тренеров уже, наверное, полторы десятка лет по всем основным видам спорта, которые культивируются у нас в Карачаево-Черкесии. Это и по вольной, и национальной борьбе, это и по смешанным единоборствам, это и по парному спорту, по спортивной гимнастике, по спортивным играм и так далее. То есть все основные виды, которые у нас функционируют в нашей республике. Также стоит отметить, что для повышения квалификации многие студенты регулярно проходят практику во многих спортивных учреждениях. А студенты, которые отличились своими спортивными достижениями, получают повышенную академическую стипендию. Наиболее одаренные студенты, которые учатся на хорошо и отлично, они получают от 9 до 10 тысяч. В первых-вторых курсах 10, в 9 тысяч, в третьих-четвертых, то есть в старших курсах 10 тысяч рублей. Это как минимальная заработная плата, которую получает у нас технический состав работника. Но больше всего спортивный факультет славится своими преподавателями и тренерами, которые воспитали большое количество мастеров спорта. Вот здесь на плакатах вы видите этих людей. От Сайтиева, кончает Дмитрий Георгиевич Мендиашвили, Красноярск. Здесь Александр Медведь. Мы, я лично с этими людьми знаком. Более того, ребята входили с этого факультета и с Карачаево-Черкесского университета в сборные команды Советского Союза и России. На каждом факультете есть вышедшие из этого зала спортивного мастера спорта международного класса, в том числе заслуженные мастера спорта. С каждым годом в университете появляется все больше условий для комфортного обучения. Преподаватели отдают студентам все знания и накопленный опыт, благодаря которому мы в будущем узнаем имена еще большего количества талантливых спортсменов. Аслан Гирюгов, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевск.